Приветствую вас, друзья мои. С вами Садриддин. Я решил серьезно заняться акварельной живописью, поэтому я решил приобрести более профессиональные инструменты и другие принадлежности для акварельной живописи, материалы и инструменты, как говорится. Я заказал некоторые, материалы и инструменты, и вот получил я посылки. Сегодня я хочу их открыть и показать вам, что здесь находится. Может быть, кому-то тоже будет полезно, таким, как я, начинающим акварелистам. Хотя я живописью занимаюсь уже давно и занимался в основном масляной живописью. А вот теперь я решил по-серьезному заниматься акварельной живописью. И хочу вот открыть, что мне поступило в этих посылках. Конечно, коробки очень такие внушительные, но эта компания Jerry's Artorama, очень надежные делает такие упаковки, чтобы ничто не повредить. Хотя там может быть небольшое количество, но коробки такие внушительные, чтобы они пришли без повреждений. Я вот сейчас буду открывать, оставайтесь со мной. У меня привычка упаковки открывать бережно. Итак, открываем. Во! Пузыри. Вот это маска. Это мои карандаши, акварельные карандаши. Сейчас я вам. Это мои акварельные карандаши. Уху-ху, вот они. Какие. Пожалуйста, Faber Castell 24 цвета. Albrecht Dürer Magnus Watercolor Pencils. Вот такая упаковочка. Замечательная. Вот, пожалуйста, смотрите, красотища. Здесь вот есть такой буклет, здесь, все показано, как им пользоваться можно, Значит, сверху потом мокрой кистью обвести, и будет чисто акварельная краска. Или вот так вот, можно крошить, стружку делать мелкую, и ее потом кисточкой закрашивать, мокрой влажной кисточкой. Именно эти карандаши, почему я выбрал? Потому что здесь вот с белой начнем. Очень толстая сердцевина, и поэтому это будет хватать на дольше, чем обычные. Вот все цвета, 24 цвета, и еще прилагается кисточка в наборе, который после того, как нарисуешь, влажно макаешь в воду и обводишь, и получается чисто акварельная живопись. Кисточка тоже отличная, мне нравится. Ну, мы это испробуем на деле в другом видео. Это очень хороший, мне нравится. Я видел, как профессиональные художники им пользуются. И это я приобрел по их рекомендации.
светостойкость 3 звезды, 4 звезды. Очень светостойкие. Буду, значит, пользоваться и красками, и карандашами. Вместе можно даже ими пользоваться, это будет еще лучше. А это Masking Fluid Marker. Места, которые хочешь сохранить белыми, обводишь до начала, значит, закрашивания, и потом стираешь после окончания работы, и эти места будут такими вот прозрачными, чисто белыми. Толщина пера 4 миллиметра. Ну, это я тоже выбрал, изучив многие. Есть, значит, они в емкостях, в бутылочках, есть такие вот, как ручка. Мне понравилось, как ручка. Хочу сначала с этого попробовать. Теперь очередь наступает к этой коробке. Коробка очень большая, но легкая. Почему такая большая коробка? Посмотрим, когда откроем. Хотя я не заказывал так много вещей, но это для надежности они делают такие большие коробки, потому что так бережно относятся к доставке. Вот этим мне нравится эта компания Jerry Artram. Jerry Artram всегда посылки присылает в очень надежных упаковках. Во! Это ведро. Остальное это вот что всего лишь. Больше здесь ничего нет. Откладываем. Кисточка. Краски. Дэниел Смит. Ну, начнем с емкости. Это вот ведро с тремя резервуарами для, значит, полоскания кисти, для второго полоскания, а здесь для чистой воды. И здесь еще для салфетки, чтобы потом, после того, как прополоску, помоешь кисточку, чтобы вытирать на это. И вот кисточка моя. Сейчас мы ее достанем. Да, четвертый размер. Принстон Непчун. Вот такую кисточку я хотел. И вот она мне пришла. Отзывы про эту кисточку очень хорошие. Острый конец. Он пишет тонкие линии. Очень много набирает воды сюда. Как говорится, в пузо. Пузо называют американцы это место. Если не ошибаюсь, я забыл. Белка с синтетикой или соболь с синтетикой. Себу, по-моему. Калинский. Вот эта кисть. Первая профессиональная моя кисть Да Винчи. Она очень толстая, толще, чем мой этот палец. Чем ноготь этот. Да, почти и толще, чем этот палец. А этот поменьше, этот в основном практичный очень. Пока я пишу большой кисточкой Да Винчи, 30 размер. Ну, то те размеры не соответствуют с этими размерами, но, как я уже сказал, очень толстый. Этот, если не ошибаюсь, 11 миллиметров толщина кисточки. Или 12, или 11. Вот такая кисточка, которую можно после работы положить сюда, значит, здесь моешь, если хочешь, второй раз прополоскаешь, и здесь вытираешь. Здесь находится салфетка. Вот так вот положим сейчас салфетку, я покажу, как это делается. Вот так находится здесь салфетка, или поролон можно положить, и после прополоскания здесь вытираешь,
впитываешь, воду выпускаешь и так вот с правой стороны находиться. Вот так ложишь, работаешь, потираешь. Очень удобная емкость, поэтому я ее приобрел. Так, следующее мое приобретение — это краски. Краски компании Daniel Smith. У меня вот здесь Hansa Yellow, Yellow Ochre, и Ультрамарин Виолет. Эти три краски у меня от компании Daniel Smith. Также краски от компании Graham. Quinacridone Red, Ultramarine Blue, Cobalt Green, Indian Yellow, Turquoise, Transparent Red, Iron Oxide. Таким образом, 6 красок от компании Graham. Красавицы. Краски однопигментные, на медовой основе. И 3 краски от компании Daniel Smith. Итого у меня 9 цветов красок от компании Graham и Daniel Smith. Со всеми материалами и инструментами я вас ознакомил. Теперь будем приступать к рисованию. Я хочу написать пейзаж. Сейчас я набросаю карандашом здесь пейзаж, а потом приступим к живописи. Оставайтесь со мной.